Ультразвуковой очиститель, стерилизатор контактных линз. Комплект из набора. Сам ультразвуковой очиститель, блок питания, пинцет для контактных линз, а также емкость, куда вы можете налить тот раствор, которым вы регулярно пользуетесь. Прибор работает от сети напряжения 220 вольт и прост в эксплуатации. Принцип работы примерно такой же, как у профессиональных стерилизаторов медицинского оборудования, которые используются в лабораториях или медицинских учреждениях. Подсоединяйте блок питания в розетку 220 вольт, подсоединяйте его к прибору. Сюда вы размещаете линзы, так же, как ваш обычный контейнер-холдер. Заливаете жидкость. Закрываете. Дальше есть два режима. Быстрый и медленный. Оба режима одинаково эффективны. Время стерилизации занимает от 3 до 5 минут. В принципе говоря, если вы каждый день будете стерилизовать линзы утром и вечером, то время их носки увеличивается более чем в 3-4 раза. Это относится как к одноразовым, так и многоразовым контактных линзам. Потому что независимо от их материала и раствора, который вы используете, в течение дня на их поверхности все равно образуются болезнетворные микробы, которые вызывают неприятные ощущения и жжение в конце дня. Прибор имеет международную сертификацию ROHS.